В следующем году будет 25 лет, как нет с нами отца Александра. К следующему году мы будем готовиться особенно тщательно. Вот я не так давно был у нашего правящего архиерея митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. Вот мы уже говорили о том, как пройдут празднования и что будет сделано к этой дате. И одним из таких, на мой взгляд, очень значимых событий, это будет издание книг отца Александра издательства Московской Патриархии. Вот сейчас мы обсуждаем и говорим о том, каким блоком они будут изданы. Вот это издание будет, наверное, рассчитано на несколько лет. Ну, так вот сейчас можно навскидку сказать, то, что это будет не меньше 15 томов. Вот. Во всяком случае, мы уже сейчас думаем о том, какой будет и дизайн этих книг, и в какой последовательности они будут выходить. Вот буквально вчера мы встречались с отцом Владимиром Силовьевым и с представителями издательства Московской Патриархии. Ну и, конечно, к юбилею очень надеемся на то, что выйдет одна из самых замечательных книг отца Александра, книг, через которую пришли в нашу православную церковь очень многие люди, до сих пор приходят. Это книга «Сын человеческий». Вот об этом я хочу сказать особенно, потому что планируется два издания. Одно вот в том собрании сочинений, о котором я сказал. И очень надеюсь на то, что выйдет еще подарочное издание. Оно будет иллюстрировано репродукциями Василия Дмитриевича Поленова, того художника, которого отец Александр очень любил. Ну и, наверное, получится хорошим и красивым. Я очень надеюсь на то, что этот план осуществится. Ну, еще вот в преддверии празднований, которые пройдут завтра и послезавтра, хотел поблагодарить всех, кто так живо всегда откликается, приезжает к нам сюда, в том числе и журналистов, потому что все-таки мы стараемся как-то освещать достаточно подробно, и в последнее время выкладываем даже в интернете доклады Меневских чтений. И рад тому, что все больше и больше священников, не только из нашего благочиния, но и из других епархий, принимают участие в Меневских чтениях. Отец Виктор.